Макс Ньюс. Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме», Олег Пеков в студии, и сегодня мы поговорим с председателем Сената Балтийской международной академии, профессор Станислав Бука у нас в студии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И я понимаю, что вот процесс учебы, вот насколько в процесс учебы вмешался этот самый проклятый коронавирус, что сейчас происходит с обучением, ну вот закончился ли набор студентов в этом году? Ну, коронавирус, конечно, оказывает воздействие, хотя оказалось, что мы сделали правильные шаги еще в прошлом году, когда об этом никто еще не слышал. И это касается не только Балтийской международной академии, это касается ряда других вузов. Мы стали сдвигать начало обучения с 1 сентября ближе к 1 октября. Это связано и с ритмом жизни современной, людей, которые возвращаются из отпусков. Это связано с запуском школьных занятий. А вот для вузов таких изменений не было, хотя во многих странах Европы, это все уже знают, начало занятий 1 октября. Поэтому мы стали сдвигать, и у нас был запасной еще месяц для того, чтобы понять, что же происходит. И это сразу, конечно, отразилось и на приеме, и на ритме жизни, и вообще коронавирус некоторые вопросы ускорил, некоторые тенденции более четко подчеркнул, например, удаленное обучение. Но оказалось, что, во-первых, не все к этому готовы, на это наложилась смена поколений преподавателей тоже в высшем образовании Латвийской Республики. Это привело к тому, что некоторые, кто не смог работать, а мы начали работать удаленно уже в марте месяце. И это позволило нам еще отработать целый ряд вариантов, работать над материалами преподавательскими, понять, а нравится это студентам или не нравится. И здесь, наверное, произошло первое неожиданное событие. Во-первых, давно говорили, что ну вот, через год, через 5, через 10 лет, и это начали говорить 10 лет назад, все перейдут на дистанционное, на удаленное обучение. Этого не произошло. По итогам прошлого семестра мы провели опрос студентов, которые уже учились на удаленке. И они сказали, да, нам нравится, но это может быть только частью, существенной, значительной, интересной, особенно для молодого поколения. Хотя у нас учатся студенты и выпускники школы этого прошлых годов. И учатся те, кого статистика относится к возрасту 30+ и 39+. Поэтому мы можем смотреть вот в диапазоне от 18 лет до там, 40-45 лет. И они все сказали, да, мы хотели бы, чтобы было дистанционное обучение, удаленное обучение. Но не больше, чем один день в неделю, например, из 4 дней. Поэтому мы приняли решение, что уже в этом семестре наши студенты примерно 20-25% будут учиться удаленно, а остальное будет учиться в группе. Потому что одной из главных функций и, возможно, главным достоинством сегодня является не поиск информации. Не то, что профессор подскажет, где эту информацию найти, а он подскажет, как ее обработать. Он устроит дискуссию студентов, и тогда студенты поймут, что можно думать не только как я, а другие мыслят иначе, они видят мир иначе, они выдвигают другие аргументы. Вот такой интерес к работе в команде, к тому, что если эта команда еще международная, тогда понятно, как реагируют люди из разных стран мира. В академии учатся студенты примерно из 30 стран мира. 30 даже, да? Да, то это очень интересно. Вот такая работа в сам контактной группе, она становится чуть ли не главным достоинством вуза во всем мире. Ради этого идут сюда, ради того, чтобы устанавливать контакты на всю жизнь, потому что это и бизнес-контакты, это человеческие контакты, это возможность решать проблемы, получать компетенции не только из одного источника, и не только из интернета или из Гугла. Вот это становится очень существенным. И опрос четко это показал. Мы хотим работать вживую, а не только по удаленке. Но вот вы сказали по поводу зарубежных студентов, насколько сейчас вот эти обстоятельства, возможность их приехать учиться сюда, если они находятся в, ну, в странах, которые оказались там в красных списках,
Да, это проблема, и мне кажется, что это проблема в первую очередь нашего Министерства иностранных дел, которое иногда больше занимается глобальными вызовами или попыткой высказаться на глобальном уровне, но не занимается в кризисное время тем, что могло бы помочь Латвии, потому что зарубежные студенты – это экспорт образования. Это контакты, это бизнес, это отношения между государствами. И далеко не везде можно сказать, что консульские отделы по-дружески относятся к тем, кто, заплатив деньги, подписав договоры с высшими учебными заведениями, собирается сюда попасть. Потому что частные вузы в первую очередь пострадали от этого. У нас учатся большинство студентов из третьих стран мира. Это и бывшие страны Советского Союза, такие как Узбекистан. Они занимают второе место по количеству студентов, обучающихся в Латвии после Индии, после индийских студентов. Это та же Индия, это тот же Пакистан, Азербайджан и многие другие страны. И они жалуются на то, что к ним относятся очень сухо, иногда грубо, иногда затягивают рассмотрение их вопросов, иногда придираются к чему-то. Мы столкнулись с тем, что в консульских отделах говорят: а зачем вам сейчас туда ехать? Вы же там будете проходить карантин 14 дней. Но эти сотрудники забывают, что мы учили целый семестр уже по удаленке. И если они приезжают, они не будут сидеть просто дома. Они будут подключаться к группам студентов на так называемые открытые лекции, когда можно войти с компьютера, с ноутбука, со смартфона и слушать эти лекции вместе со своими коллегами по группе. Но тогда люди не потеряют этот семестр. Вот у нас не смогло въехать около 90 человек на прошлый семестр с февраля месяца. Они ждали начала занятий. Теперь выяснилось, что их в ближайшее время въездов сюда практически не будет. Некоторые отказываются от обучения, просят вернуть деньги. В других странах есть и экономический кризис, люди теряют работу. Студенты, иностранцы старших курсов тоже ее потеряли, которые здесь были. А ведь это рабочие руки, они сколько могут, 20 часов в неделю? Они могут работать в неделю 20 часов, это установлено законодательством. Для них не требуется специальных особых разрешений. Их вид на жительство на время учебы позволяет работодателю их принимать. Значит, это и руки здесь рабочие, это и заработок для них, потому что от иностранных студентов ведь требуется гарантия обеспечения их финансово. А с этим стало сложнее, а заработать они здесь не могут. Поэтому мы для них сейчас тоже придумываем разные варианты, чтобы они не потерялись, они не отказались от обучения в Латвии или в той же Балтийской международной академии. А ведь мы знаем, что и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки вот как раз-таки приглашение студентов из-за рубежа вот в расчете на то, что потом эти люди сделают карьеру, окажутся на каких-то видных постах, и это будет контакт, они будут всегда помнить, в общем-то, дружески относиться к той стране, в которой они прожили какое-то определенное время. То есть это такая, достаточно глобальная, далекая политика. Да, и мы, к сожалению, не всегда здесь находимся на первых ролях. Действительно, выпускники университетов во многих странах мира приравниваются к кровному родству. Если галстук в ту полосочку, которая есть, тогда мы из одного дома, из одного университета, мы окажем друг другу помощь, мы знаем, чего ожидать можно от этого выпускника в профессии, в жизни, во всем остальном. И их можно продвигать. Я всегда говорю в таком случае, представьте, там между нашими странами, там, откуда приехали эти студенты, есть какие-то отношения. Кто-то там сделает карьеру, вернувшись к себе, кто-то здесь сделает. Отношения не складываются. Всегда можно позвонить и сказать: привет, привет, а помнишь, как мы пили в Юрмале пиво, или загорали, или праздновали Лига? И беседа пойдет уже иначе.
уже будет понятно, что люди готовы к обсуждению этих проблем. Это надо использовать. Это закладываются отношения на многие-многие годы. И здесь, в период кризиса, конечно, некоторые страны стараются занять нишу чужих стран, других стран, переманить к себе и студентов. Некоторые, такие как та же Канада, та же Австралия, они очень стараются удержать иностранных студентов. Они дают им специальное пособие, специальные скидки на обучение. Но здесь, к сожалению, у нас тоже нет такой государственной поддержки. Более того, ну, например, правительство обсуждает вопрос и принимало решение о поддержке студентов, о доплатах им, пособия во время коронавируса. Понятно, что это социальная поддержка. Понятно, что на нее, по нашему мнению, должны иметь право все студенты. Чем отличается студент, обучающийся, на программе туристического и гостиничного бизнеса в академии или в государственном вузе? Почему в госвузе студент, который учится на бюджетном месте, получает стипендию, получает еще и социальное пособие во время коронавируса, а его друг или иногда реально сестра или брата, который обучается у нас или в Турибе, не получают ничего? А почему действительно вот такая неожиданная дискриминация получается, да даже не вуза, а студентов, вот латвийских граждан, которые учатся? Я бы даже сказал, не студентов, а их семей. Ведь эти семьи тоже платят налоги в бюджет, из которых не их дети получают пособие, а их дети не получают пособие. Мы рассматриваем вопрос здесь обратиться и в Конституционный суд, потому что мы считаем, что это прямое нарушение равенства перед законом и права на получение таких социальных пособий студентами всех учебных заведений Латвийской Республики. Ну, и вот это одна из таких действительно проблем. А я понимаю, что в последнее время очень широко обсуждалась проблема обучения на иностранных языках в частных вузах. И это тоже, вот я понимаю, одна тоже из таких болевых точек. Сейчас как будто бы она решилась или не решилась? Нет, она находится в таком подвешенно непонятном состоянии. Потому что в этом году, фактически через 2 года после изменений в законодательстве, которые произошли в июне 2018 года, Конституционный суд, и мы считаем, что это как минимум результат все-таки, что мы добились, и я все время и в интервью везде подчеркиваю, что это все-таки подчеркнуло независимость и объективность судей Конституционного суда Латвийской Республики. Они отменили печально знаменитую статью 56.3, которая внесена теперь, наверное, можно уже говорить председателем фракции «Новое единство», тогда министром образования Карлисом Шадурским, который ее пробивал, эту статью. Ее Конституционный суд отменил. Он дал срок до мая 2021 года, чтобы Сейм изменил эту статью, но изменил так, чтобы действие было соразмерным. Кроме того, суд впервые в истории Латвийской Республики отправил запрос в Европейский суд дать разъяснение по 2 вопросам. Это вопрос о автономии университетов, который очень активно обсуждался в прошлом учебном году в связи с ректором Латвийского университета. А во-вторых, о праве на равенство в конкурентной борьбе, праве на ведение предпринимательской деятельности, которая не может ограничиваться для одних вузов и может ограничиваться для других. Потому что у нас ведь есть вузы, такие как Рижская экономическая школа или Рижская юридическая школа, которые выведены из-под действия целого ряда законов.
В них можно учиться только на английском языке, значит, на них не распространяется общее правило закона о высших учебных заведениях. В них могут преподаватели, администрация не владеть государственным языком на соответствующем уровне, значит, они выведены из-под действия закона о госязыке. Ну и так далее. Вот с этим обратился Конституционный суд в Европейский суд. Пока ответа оттуда не было. Когда он будет, Конституционный суд должен будет продолжить это рассмотрение. Что еще? Ну, исходя из юридических моментов, кроме закона о высших учебных заведениях, есть еще закон об образовании. Вот в нем осталась 9-я статья, которая действовала еще до июня 2018 года. Поэтому теоретически можно говорить, что это действует, отмена. Но проблема ведь в том, что мы тогда должны были бы восстановить лицензии, да, подтвердить, да, пройти аккредитации, а этот год, следующий год, то есть до 2024 года, все университеты проходят по новому порядку, очень сложную, очень забюрократизированную аккредитацию. Вот в этом году целый ряд наших программ начнут вот в конце октября, в ноябре проходить такую аккредитацию, например. И в других вузах тоже, это для всех вузов. Так вот, если 2 года назад отменили обучение, мы продолжаем доучивать только на старших курсах. Поэтому если кто-то к нам восстанавливается или переходит из других вузов на 3-й, 4-й курс, мы можем их еще доучивать. Поэтому, если кто-то слышит и сейчас скажет «да, я хочу все-таки завершить свое обучение», то они еще имеют возможность в ряде вузов закончить это обучение на том языке, на котором им удобнее. Поэтому мы ждем, но время иногда бывает такое, что назад вернуться невозможно. Но вот это странная ситуация. С одной стороны, Конституционный суд отменил это решение, а с другой стороны, вроде бы, как бы и оно еще... Можно или нет? Так можно или нет, если вдруг преподаватель начнет разговаривать со студентами на негосударственном языке? Вот учитывая, что действует на сегодняшний день неотмененная статья номер 9 закона об образовании Латвийской Республики, мы говорим, что на любые вопросы, на любые консультации от студентов наши преподаватели имеют возможность и имеют право разъяснять так, как это удобно тому, кто за это заплатил, или кто учится. У нас тоже есть бесплатные места, но это наши негосударственные бесплатные места, они могут получить разъяснение на том языке, на котором удобнее им. Поэтому здесь мы идем навстречу всем этим студентам. И понятно, что, например, в филиале в Даугавпилсе у нас 7 филиалов. И, кстати, в филиалах ситуация сложнее, чем в Риге с набором этого года. Если в Риге мы на вчерашний день имеем прирост примерно 15% поступающих за счет, в первую очередь, тех, кто остались в Латвии. Ведь из Латвии тоже не смогли уехать. Да. Кроме того, люди поняли, что надо принимать решение. Потеряли полгода прошлого. Теряем сейчас год. Время идет, а кризис – это обычно время, когда надо принимать какие-то решения и смотреть немножко вперед и думать, а что со мной будет завтра? Ведь кроме обучения и вузов меняется и структура экономики, и это подчеркивает коронавирус. Меняются профессии, какие-то будут исчезать, какие-то будут трансформироваться. И здесь мы вот сами для себя четко на сегодняшний день видим, какие, например, направления самые популярные. У нас почти 30 программ обучения, у нас 7 филиалов в Латвии, поэтому мы можем видеть, как это выглядит в реальности зачастую лучше, чем другие вузы. Смотрите, на первом месте, опять-таки на вчерашний день, то, что мы в понедельник подводим итоги, да, поэтому каждой недели, каждого дня. На первом месте у нас в этом году, наверное, поступающие на программу психологии.
И это тоже один из интересных пунктов. Люди поняли, что они сами, а психология изучает человека и коммуникации человека, и отношение к человеку, к себе, к другим, к окружающему миру реально, что это интересно, это будет востребовано. А проблемы, которые выскочили, вылезли, возникли во время коронавируса, даже на самоизоляциях, показали, что психолог – это востребовано. Второе, третье, четвертое места разделяют, это тоже для нас сюрприз, туристический и гостиничный бизнес. Он всегда у нас был одним из самых популярных. Всегда было. Это одна из самых больших у нас программ. Но с учетом такого кризиса в туризме, оказалось, что люди все-таки считают, что мы все равно будем ездить, мы все равно будем интересоваться, если психология во многом обращена вовнутрь человека, а туризм обращен вовнутрь окружающей среды. Мы все равно будем ездить, будет развиваться и тот же туризм въездной и выездной, и местный туризм. То есть это продолжает пользоваться востребованностью. И многие говорят, хорошо, там клиентов там почти 2 миллиарда было. Миллиард потеряется, миллиард же еще останется, на нашу долю еще хватит. А выпускники, например, наши, они очень востребованы, то что они как минимум трехязычные. А в регионе Европы и тех центров туризма, таких как Турция, Египет, Испания, три языка – это практически перекрытие для иностранных туристов всего поля. Поэтому они очень востребованы. И на третьем месте, или на втором-третьем они еще борются, это наша школа дизайна. Тоже, популярны. Да. Мы называем ее школу, так же, как школа бизнеса, но это программы и бакалавриата, и магистратуры. Магистратура у нас практически единственная в Латвийской Республике именно по компьютерному дизайну. Это тоже востребовано. И коронавирус тоже подтолкнул к тому, что интернет чрезвычайно важен. И он все равно будет. И там нужно заниматься и рекламой, и правом, и авторскими правами, и графикой, и чем угодно. Поэтому он тоже очень популярен. И он не зависит от изменений законодательства, отношений министерства или еще чего-то. Это творческая уже профессия. К сожалению, наше время в эфире истекло. Я напомню, что председатель Сената Балтийской международной академии профессор Станислав Бука был сегодня в нашей студии. Надеемся на то, что мы, рассказав о том, чем сейчас живет Балтийская международная академия, можем сподвигнуть и обратить внимание на самые востребованные, интересные, перспективные программы обучения, которых в вашей академии, я понимаю, почти 30, и мы продолжаем прием на обучение. У нас есть и переводчики, и управленцы, и финансисты, и кто угодно. И приходите, и не только к нам приходите, приходите и в другие высшие учебные заведения. Сейчас время выбора, и не надо терять этот год. Итальянцы говорят, что кризис – это время учиться. И для вас это может быть временем учебы. Спасибо большое. Станислав Буков в нашей студии был. Всего доброго. До свидания.